Да, конечно, сразу 10. 10 сразу. Сразу 10. Скажу, слушай. Ёпт, что? Вообще шик блеск. Шик блеск. И хвостики, видишь? Ну. Мое ухо, блядь. Болит. Лечусь. Не то, что болит, она заложена очень сильно. Спасибо, спасибо, спасибочки. Спасибочки. Привет. Что я делаю? Болтаю. Что-то мне мало кто пишет. Дела нормально у тебя как? Ты что делаешь? Я не буду никого пока поднимать. Не хочу ни с кем общаться по звонкам. Чего вы, блядь, до меня докупались? Подними, подними. Звонки мне закидали, блядь. Я не хочу подниматься, общаться. Не хочу. Захотели, блядь. Ни хера себе, что вы захотели. Привет, да херово у меня здоровье. Херово. А будут нормальные люди мне писать? Вообще нет. Тут доколбаться. Ну как, не сильно болею, но приболела, есть такое. И, короче, начала болеть. Горло болело, насморк. И, короче, все перешло в ухо. Мне начало закладывать ухо сильно. Я, короче, уже какой? 9-й день заложенным ухом. Я только сегодня к врачу пошла. Лечимся. Ой. Много чем. Я и компресс делаю, и капаю каплями, и таблетки там какие-то пью. И у меня до сих пор горло не прошло, я кашлю. Полоскаю. Там вообще целый комплекс. Кого промываешь? Я все делаю так, как назначил врач.
Спасибо. Нос. А насморк нормально все. Я вылечила свое горло и насморк. И у меня все пришло в ухо. Да нет у меня ни детей, ни мужа, никого у меня нету. Я еще сама как ребенок. От таких слов я аж подавилась. Пиздец, блядь. Ты говоришь, что даю на подписку. Тебя как зовут? Сколько тебе лет? Я просто кашель, блядь, не вылечился до конца. Питер. Вот это да. Вот это мне надо. 21 не 20. Нет, я завтра поеду менять паспорт, так неохота. Ты что, учишься, работаешь? Как тебя зовут? Артём? Я Валерия. Да ебать. Четвертый курс. Стой, а ты после какого ушел учиться? После 9 или после 11? И где вообще учишься? Просто у меня среднее образование. Я уже выпустилась, в этом году уже работаю. Если тебе 21, походу, ты после 11. Куда-то там, не знаю. Пойди институт. Универ, или что там. Чего, давай ты пойдешь отсюда. Вот же лопа, да чепоша.